Знаешь, как меня на затмении последний год назвала? Мусор, красные футболки. Ой, блядь, красные кепки. Потому что я сказал, все, чуваки, заканчиваем. Плюс еще джинсы с очень высокой талией. Да, что это такое? Это прям, типа, наоборот, все занижено. Да, да, там, да. То есть, школьники решили упороться. Там и скотобойня в эту же ночь была, или... Короче, у нас главное, что с чего 15-е началось, я считаю, это то, что с этого релиза плавал Маман. Что такое? Галя, ты очень плохо начал. Короче, чуваки, 2015 год вот-вот закончится, и хочу сказать главное, что у нас произошло, может, вы тоже со мной поделитесь. Я считаю, для нас главное в 2015 было то, что мы выпустили релиз «Плавай, Маланка». Продали, жалко мне, Алена не прислала отчет. Наверное, копии 10. Очень важное также событие было, это Шокофест. В медийном плане очень важное было и знаково это CSBR TV. Мы сделали в логове краба, прям огромный просто... Пласт. 8 выпусков получается, да? Сборник сделали тоже на CD, выпустили. Хижина, где мы там, знаете, грибочки выращиваем. И рост из депрессии феста. 49! У меня было более 8 выставок в Москве. 49! Это очень странная формулировка. Более 8. Дос из театра. Охуительно. 49! Непонятно за 2015 год, какая наша аудитория. Вот я ни хрена не понял. У меня было более 8 выставок в Москве. Попробуй раздели. Вот там были и школьники, и был Китаев с тёлкой со своей. В какую? В какую с женой? И дыня. 49! И дыня. 49! И дыня. School Smoke сдают эту группу. Успокойся. И дыня. Успокойся. В 15-м мы должны все внимание на группах. Чтобы именно вот группы пиздатые. И дыня. Ну, естественно... Чтобы была история успеха у группы, и тогда всем остальным дальше будет проще. И дыня. Группа. Никого не будем, нахрен. Мы должны спешить или уже некуда спешить? Уже все, все. Уже можно расслабиться и просто спокойно охуеть. Нахрен. Сейчас это, вот эту, блядь, обязательно выкинем нахрен, эту стойку для одежды. Вижу. Я ненавижу ее. Она все время падает. И дыня. С сериалом что? Пишем альбом, снимаем клипы, едем в тур. И дыня. Она говорит, ну пришли мне там на почту всю эту херню. Я свою фотокарточку. Да, свою фотокарточку. Видим этих и прям профигачиваем. Просто отыграем дохуя концертов. 49! Ну да, будет минус. Ебучий привоз. И дыня. 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 Пока не суетимся, да? Я смотрел, там и Сид Кинг шли почти вровень. Вровень с этим, с клатчем, да. Все, давайте выпьем колы, чокнемся. Ой, я с утра делал клизму, да забыл. И заново сейчас весь, давайте все с ними все скинем. Нахрен.